Самые актуальные пуховики сейчас напоминают уютное одеяло длины миди, но не оверсайза по фигуре. Стилисты советуют, актуальные модели можно найти в магазинах масс-маркета. Если вы хотите выбрать приталенный вариант, присмотритесь к пуховикам необычного кроя. Это могут быть секции, которые выполнены не классическим горизонтальным образом, а, допустим, миксованы. То есть здесь у вас может идти диагональ крупными секторами, здесь у вас может идти диагональ в другую сторону более мелкими секторами. Здесь, допустим, уже будут идти горизонтальные. Для чего это сделано? Это опять-таки те самые зрительные иллюзии, которые позволяют зрительно фигурку скорректировать, и в свободном пуховике будет ощущение вот приталенной модели. Еще один вариант – носить зимнее пальто, а легкий пуховик под него, когда на улице очень холодно. В самый мороз можно надевать два пуховика один на другой. Это допустимо, когда они хорошо совмещаются по цвету и размеру. Пуховик с трикотажными вставками носите и стирайте бережно, трикотаж вытягивается. Стилисты говорят, найти свой пуховик может дама или девушка любого размера под свой тип фигуры. Чтобы пуховик вас стройнил, пусть он будет простеган не вертикальными полосками, а ромбами. Невысоким девушкам лучше всего избегать длины макси, либо совмещать ее с высоким каблуком для того, чтобы визуально не укоротить свой рост. Выбирать обувь по тон основного пуховика и точно так же, как колготы, леггинсы, допустим, совмещать с обувью.